Звезды мирового масштаба такие же люди, как и мы с вами. Они тоже попадают в нелепые ситуации, что хуже всего прямо на сцене. Но многие говорят, что черный пиар – это тоже пиар, и у любой звезды есть в копилке несколько просто смешных моментов, которые потом годами обсуждают их поклонники. Сегодня мы как раз и посмотрим на 10 самых смешных, а иногда и позорных моментов со звездами. Дженнифер Лоуренс известна своими впечатляющими актерскими способностями, которые принесли ей даже Оскар. Но у актрисы есть еще один талант – неожиданно падать на публике. Каждый год Лоуренс где-нибудь обязательно подводят ноги. Например, в 2014 году девушка упала на красной дорожке во время церемонии Оскар, чуть не уронив подругу, которая шла перед ней. Мадонна – самая популярная, богатая, влиятельная певица современности. Однако не все рады ее вниманию. В 2015 году Мадонна на свой концерт пригласила Дрейка. После исполнения одной из песен певица незапланированно поцеловала парня в засос. Судя по реакции, рэперу это абсолютно не понравилось. В 2016 году американскую поп-певицу Меган Трейнер пригласили на одно вечернее шоу. После зажигательного танца актриса должна была спеть, но она не устояла на своих высоченных каблуках и позорно упала. Лишь благодаря профессионализму ведущего шоу это падение получилось перевести в шутку. Леди Гага, имея рост 1,53 м, не скрывает, что она хотела бы стать повыше. Именно этим она объясняет свои просто гигантские каблуки. Неудивительно, что в такой неудобной обуви певица часто падает. И этот концерт в Мехико не стал исключением. Спускаясь по лестнице, Гага запуталась в своих ногах и чуть их не сломала. Рэпер L1, исполняя на концерте во Владивостоке песни «Все танцуют локтями», поскользнулся и, смешно размахивая ногами, упал. Похоже, он конкретно так отбил себе всю пятую точку и локти в придачу. Как потом прокомментировал случившийся сам рэпер, это судьба. Звезды часто поют под фонограмму, и не всегда удачно получается это скрыть. На фестивале «Новая волна» Валерий Меладзе забыл, где он должен был вступать, и не успел вовремя поднести микрофон ко рту. Судя по выражению лица Меладзе, ему самому смешно стало от глупого промаха. Но не вернуться никогда эти вечера до утра. Гарри Сталс раньше был одним из солистов группы One Direction. На концерте в 2015 году его сокомандник стянул со Стайлза штаны, пока тот пел свое соло. Фанатки в обморок попадали от такого поворота событий, а вот сам певец явно был не в восторге. Удивительно, но даже у Баскова есть ярые фанаты, готовые пищать от одного его вида. На концерте в Вильнюсе поклонники стянули певца со сцены, когда он наклонился пожать руку первому ряду зрителей. Натуральный блондин даже не сразу смог отбиться от фанатов, особо сильную женщину от него отцепляли уже другие люди. Веру Брежневу окончательно достали слухи о том, что у нее не настоящая грудь. Прямо на концерте в Уфе певица дала проверить поклоннице грудь на наличие имплантов, а потом еще и волосы, а то вдруг она их нарастила. После этого можно точно сказать, что у этой певицы все свое, натуральное. А вот еще одно позорное падение Леди Гаги. На этот раз девушка не удержалась и упала во время особого активного танца. Не без помощи парней из-под танцовки певица все же смогла быстро встать и продолжить концерт. Да уж, на таких огромных каблуках даже просто ходить надо с особой осторожностью.